Всем привет, с вами Обсудион 4, и мы продолжаем проходить игру Spider-Man Bob of Shadows. Что ж, на этот раз у нас какая-то миссия, что-то вроде расследуй беспорядки. Все меня боятся или кого? Странные люди какие-то. А, там Шайлд, ясно. Ну, в общем, город превращается в требуху. Нам опять надо долететь до точки. Далеко ли? А, не, как это? Далеко ли, коротко ли? Шли наши герои. Летел спайдер. Далеко ли, коротко ли? Летел Человек-паук. Да, желтой хреновины. А мы уже почти пролетели, Спайди, да желтой хреновины. И где она находится на этот раз? Неужели на мосту? О, да, на мосту. Я помню, что делать, когда мы на мосту. Я ненавижу эту миссию. Ненавижу. Шучу. Я ее просто обожаю, конечно же, да. Это просто моя самая любимая миссия. Самая лучшая в мире. Кингпин. Как он в этой части накачанный, не правда ли? Спайди. Ладно, пофиг. Короче, похоже, Кингпину не нравится, что город заслонили симбиоты, и Кингпин хочет что-то сделать. Что-то говорит про Тони Старка, про железного человека. Говорит, нужны ученые какие-то. Что такое? Maybe I was leaving premature. Let's go, everybody, we're going back. Come to think of it, we're all Richards and Stark. I'll try Richards first. Ух ты, мобильник. Ага, он звонит в Фантастической четверке, у Фантастической четверки автоответчик. Фантастической четверки нету дома. Мистер Фантастика. Ага, мистера Фантастика. Нету дома. Мне очень прикалывается заставка, как Спайди сам с собой разговаривает и хочет дозвониться до супергероев. И Айронмена тоже нету. Когда понадобились супергерои, их нету. Они сражаются. Он дозвонился до Мэри Джейн. Ага, не, я красавчик, конечно. И вдруг нам показывают лунного рыцаря. И стервятника. Типа, выбирай, с кем ты хочешь сражаться против симбиотов. Я ненавижу этого старого козла, поэтому я выберу лунного рыцаря.
О, да. Это очень сложная миссия. Почему все мигает, не пойму, вроде на максималках. Уда. Что ж. Тут мы встретим нашего знакомого Рино. Но сначала нам надо убить их и перехватить пульт. Сдохни, гнида. Мне нужен Рино. Тихо. О, да. Привет, дорогой друг. Где Рина? Ага, вот она, Рина. Привет, Рина. Поехали. Уху! Я наездник! Главное, чтобы когда Рина разозлится, спрыгнуть побыстрее. Давай. Давай. И давай. Так. Воу-воу-воу. Тихо. Пробить это надо. Насколько я помню. Бум. Так. Сори. Мне не нужен. Это мне не нужен. Мне нужен Рино. Когда измеритель ярости заполнится, я буду сброшен. Вы все видели сами. Отлично, Рина меня сбросил. Видео, это нечестно, конечно. У меня отнимается половина жизни. Куда ты побежал? Пошел. Сам ты не убежишь, я тебя обязательно ударю. Хоть ты не сдохнешь, но ударю. Ну что ж, нам открывают дверь, и теперь мы можем пройти Рина в ту дверь. И ставят мины. Суки тупые. Почему все мигает? Ты сдохнет, а? Мне нужно Рина. Так, отлично. Рина! У тебя... Для тебя есть работенка. Полетели. Главное не наткнуться на мины. Ай, гребаный ты. Да пошел ты вообще в жопу. Ты мне, блин, тут лысая башка, блин, еще будешь что-то указывать. Ах ты, тварь. Рино, ко мне. Главное дважды нажать. Батон один. Да, получилось. Так, не попались на мину. Жизни у нас мало, поэтому надо их восстановить. Вау! Нет, Рина, нет! Ты не такой, я же знаю. Ты не убьешь меня. Твою мать! Давайте продолжим в следующей части.